Снежная морозная зима в России всегда радует своей красотой. Но большое количество осадков – это еще и определенные неудобства. Особенно они ощущаются жителями домов частного сектора. Все подходы к жилищу завалены снегом. А очистить территорию самостоятельно порой непросто. Тем более человеку пожилого возраста. На помощь ветеранам, пенсионерам округа, а также другим жителям, которые нуждаются в подмоге, пришли сотрудники Госатомтехнадзора и местной администрации, а также молодогвардейцы. Проводится акция общественная «Тропинка к дому». В частности, здесь мы помогли, так скажем, заслуженному артисту расчистить подходы к дому. Женщина живет одна, ну, как видно, да, нуждается в помощи. Подходы к дому очистили, то есть вокруг дома, как видите, можно будет теперь проходиться. Несмотря на эти снегопады, все равно возле дома все равно приятно пройтись. Помощники в этот раз приехали по двум адресам. Один из них в поселке Загорянский на улице Павлова. Здесь проживает Маргарита Корабельникова. Она является заслуженной артисткой РСФСР, советской актрисой театра и кино. Заехали волонтеры и к ветеранам в деревню Оболдино. У нас есть волонтерский штаб, который к нам приходит заявки. Кому-то нужны продукты, лекарства. Кто-то просит помочь с уборкой снега. Также у нас есть наши ветераны, которые мы обзваниваем, нужна какая-то помощь, спрашиваем, курируем их, можно сказать, вот, и выезжаем, если нужна помощь. Подобные мероприятия в эти дни проводятся по всей Московской области. Помощь может получить любой, кто в ней нуждается. Напоминаем вам о том, что если вам нужна помощь волонтеров, то вы можете обратиться за ней, позвонив на номера горячей линии волонтерского штаба. 8-496-56-6-19-54 или 8-903-777-18-69. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.